В поселке Родные просторы на Усть-Курдюмском тракте местное население старается создать особый домашний стиль общения. Здесь придумывают свои традиции и сообща отмечают важные события жизни поселка. Как приживется американский стиль жизни на саратовской земле, смотрите в нашем сюжете. В жизни всегда есть место празднику. Решили в поселке Родные просторы и назначили большой светский раут у фонтана. Повод – окончание работ по благоустройству второй части бульвара. Такого рода дни поселка здесь ежегодная традиция. В программе праздника тест-драйв на автомобилях и мотоциклах BMW от компании «Толсар», аттракционы, бесплатное угощение, напитки и музыка. Самый лучший день, кстати, вчера, ночью я пробыл до утра. На память о празднике Ирина решается отчеканить именную монету с названием поселка. С мужем и двумя детьми она переехала сюда из Забайкалья. Новый дом, новые соседи и новые традиции. Как реликвия наша будет. Будет в сундучке. Будем передавать по наследству детям. Детям на празднике тоже есть чем заняться. Они осваивают новенькую детскую площадку и знакомятся с будущими друзьями по двору. Видите, у нас площадка здесь есть. Можно спокойно отпускать ребенка, кататься на велосипеде, на роликах. Территория охраняемая, чужие здесь не ходят. Поселку Родные просторы третий год к этому празднику свои черты обрел бульвар длиной в 550 метров. В домах появились интернет и телефонная связь. Уже построено 140 коттеджей, а 30 семей отпраздновали новоселье. Местные жители не скрывают, что один из основных объединяющих их факторов – принадлежность к бизнес-кругам. Поэтому за столом всегда есть о чем поговорить. Это что-то вроде как заимствование опыта из США. У них примерно такие, примерно такого же плана, у них жилые поселки. И люди там живут одним большим сплоченным коллективом. С одной и с другой стороны от нашего еще строящегося дома, не строящегося, там, где идет отделка, люди уже живут. Это чудесные люди, с которыми уже успели подружиться. Так что все прекрасно. Следующий такой праздник соберет еще больше публики. До конца года в Родных просторах планируют сдать третью очередь поселка. Юлия Шишкина, Максим Пустовалов, РЕН-ТВ, Саратов.